Всем привет, с вами Артем, и в этом видео я расскажу и покажу, куда вводить промокоды на AliExpress при заказе товара. Для многих это видео, наверное, станет абсурдным, и они скажут, зачем я это записываю, но часто в комментариях на YouTube, в личные сообщения, в сообщения сообщества я получаю вопросы, куда вводить эти промокоды, потому что не все такие прошаренные пользователи, как вы. И, собственно, для новичков я делаю это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если это... информация будет вам полезна, если вы давно покупаете на AliExpress и все знаете, напишите об этом в комментариях. Ну а сейчас погнали на AliExpress, и я все подробно покажу. И вот мы уже на официальном сайте AliExpress. Чтобы получить скидку по промокоду, нам нужно выполнить два условия. Это найти нужный нам товар и найти нужный промокод, который действует от определенной суммы. Чтобы найти промокод, нам нужно либо его найти в интернете, либо, например, если есть распродажа где-нибудь тут на страницах распродаж. Но чтобы вам было проще, я создал группу ВКонтакте, в которой почти 9000 человек. Подписывайтесь на нее, ссылка будет в описании. И вот, к примеру, сегодня я выложил пост о рабочих промокодах, которые действуют на AliExpress. Тут надо учитывать два фактора. Это сумма, от которой у нас работает данный промокод, и скидку, потому что бывают некоторые промокоды от определенной суммы, например, от 1000 рублей, но скидка по некоторым 150, по некоторым 200, в общем, за этим тоже следите и как бы ищите. Теперь нам нужно найти товар, который мы хотим получить со скидкой. Например, это будут наушники. К примеру, вообще можно любой товар, который вы хотите. Например, Redmi... Наушники Redmi. Стоят они у нас 1574. Смотрим, есть ли у нас такие промокоды. И да, например, нам подходит вот данный промокод. От 1000 рублей действует, подходит под наши критерии, и будет скидка на 125 рублей. Если мы выбрали, например, товар за 4000 рублей, по промокодам самый лучший под нему подходил бы на скидку в 350 рублей. Давайте попробуем оба применить, чтобы вы видели, что это реально работает. Выбираем. А, товар у нас будет стоить 4600, но на распродаже он дешевле. В распродажу, как обычно, бывает много купонов и промокодов, так что следите за группой, за каналом, тут я все это освещаю. У нас автоматически применяется купон AliExpress, но купон AliExpress и промокод AliExpress вместе не работают. Поэтому у нас, когда выбрали адрес доставки, способ оплаты, посмотрели свой заказ, проверили, убедили все так, как вы хотели, копируем данный промокод, Ctrl-C, и вставляем его в поле промокод и обязательно убираем пробел, если вы вдруг скопировались с пробелом. Применяем его, и скидка у нас получается не 70 рублей, как по купону было, а уже 350, и уже можно нажимать оформить заказ и оплачивать его. Также я думаю, что это видео будут смотреть новые пользователи, которые, возможно, ни разу не покупали на AliExpress, то для них существует отдельный вид промокодов, они лучше. Раньше было 250 от 320, сейчас у меня в группе прям есть целая вкладка в меню, тут промокод на скидку 250 рублей от 500. Можно выбирать любой из этих, они все работают, я каждый месяц их обновляю, собственно, под видео я тоже их оставлю на всякий случай. Суть та же, как и для пользователей, которые уже покупали на AliExpress. Мы берем любой товар, например, мы хотим наушники за, не знаю, 500 рублей, чтобы нам они обошлись всего в 250. Я, наверное, ничего не ввел, да? Ну, еще раз попробуем, это нам не помешает. Мы выбираем наушники, и, к примеру, данные наушники у нас стоят 499 рублей. Но тут есть платная доставка. Сумма промокода не включает сумму доставки, то есть он действует только от суммы товара. Ну, выберем, например, с бесплатной доставкой и выбираем вот такие беспроводные наушники. Нажимаем «Купить», опять же, все проверяем, у нас все четко, там способ оплаты, адрес доставки. Вводим, к примеру, данный промокод, они меняются периодически, я, как обычно, за ними слежу и обновляю. Нажимаем «Применить» и получаем скидку в 250 рублей, и за товар, который стоит 500, мы платим всего 250. Логика проста, надеюсь, я на пальцах это все визуально вам показал, объяснил, даже на примере. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, тут много нужной и полезной информации по AliExpress. А с вами был Артем, всем удачи, всем пока, до скорого как-нибудь, увидимся.